В Кыргызстане арестован экс-спикер парламента Ахматбек Кильдибеков. Бывшего руководителя Жогорку Кенеша обвиняют по трем статьям, все они связаны с коррупцией. Сейчас экс-спикер находится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности. Все подробности громкого дела в репортаже нашего корреспондента в Кыргызстане Бакыта Чермашева. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, против экс-спикера парламента возбуждено уголовное дело по статьям коррупция и злоупотребление служебным положением. Ахматбеку Кильдибекову инкриминируется несколько преступлений, совершенных в период его работы руководителем Республиканского пенсионного фонда, Государственной налоговой службы и спикером Жогорку Кенешем. Общая сумма нанесенного ущерба – почти 700 тысяч долларов. По уголовному делу в бытность его председателем социального фонда ущерб более 24 миллионов сомов. По спикеру, по уголовному делу в бытность спикером Жогорку Кенешем ущерб около 10 миллионов сомов. По истечении 48 часов ему будет предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения. По версии следствия, по указанию Ахматбека Кильдибекова, в 2005 году необоснованные государственные средства шли на распечатку выписок из личных страховых счетов граждан. Также экс-спикеру вменяется незаконная передача функций налоговых органов по сбору обязательных платежей с предпринимателей. Кроме того, по версии Генпрокуратуры, обвиняемый злоупотребил служебным положением, когда незаконно учредил должность специального представителя Жогорку Кенеша в международных парламентских организациях. Сразу же после ареста Ахматбека Кильдибекова у здания парламента собрались его сторонники с требованием отпустить их земляка. Они думали, что из-за того, что в Бишкеке холодно и на улице снег, мы не выйдем на митинг. Мы специально тепло оделись, и мороз нам не страшен. Вчера ночью мы приехали с юга Кыргызстана, из Алайского района, чтобы отстаивать права нашего земляка. Мы намерены стоять до конца и требовать, чтобы Ахматбека Кильдибекова отпустили. В последнее время Ахматбек Кильдибеков руководил парламентским комитетом по бюджету и финансам. Он является членом самой многочисленной оппозиционной фракции в Жогорку Кенеше «Атаджурт». Народные депутаты обладают неприкосновенностью. Для того, чтобы заключить их под стражу, необходимо разрешение парламента. Исключением является обвинение народного избранника в особо тяжких преступлениях. Ахматбеку Кильдибекову предъявлены обвинения в совершении именно таких правонарушений. Бакыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бишкек, Кыргызстан.